Новый порядок распределения бланков среди казахстанских перевозчиков на международные маршруты презентовали в Минтранспорта. Эти документы разрешают отечественным компаниям перевозить грузы в другие страны. Дело в том, что из-за действующих правил был искусственный дефицит иностранных бланков разрешений на автоперевозки. Казахстане предприимчивые компании выкупали их в большом количестве и перепродавали на теневом рынке в несколько раз дороже. В итоге до 45% разрешительных документов оставалось неиспользованными, а действующие компании нуждались в этих документах для перевозки. Не могли их получить, объясняют в Минтранспорта. Таким образом, на встрече с представителями отечественного транспортного бизнеса было решено поменять методику распределения документов и ввести цифровой контроль для использования бланков. Мы планируем во второй декаде текущего года уже перейти пилотно на новую методику, которая даст возможность реально, у кого есть груз, тот может получить бланк. При этом у нас будет в будущем интегрирована система с системой Беркут, которая будет нам позволять видеть фактическое пересечение границы тем перевозчикам. То есть у него не будет, исключается возможность получения бланка и держать его, не используя до последнего. Если такие нарушения будут выявлены, конечно, будут административные взыскания в отношении перевозчиков. Есть время в течение полугода. В это время данная методика будет отрабатываться и не ущемлять права ни перевозчиков, которые зарегистрированы в Казахстане, не ущемлять права, то есть не нарушать закон при этом Республики Казахстан о конкуренции.